Сегодня мы выиграли все получили деньги. И просто это задержка. И ниже снегу не мешает обратно. СВ и Смитс. Распределитесь сразу по кортам. СВ и Смитс. Секундочку, Константу. А теперь, кстати, можно играть. По-моему, только команды не допускают. Все, друзья, оставляем, пожалуйста, команда СВ и Смитс. Давайте, пусть будут Смитс справа, а СВ слева, если они здесь есть, кстати. А где СВ? Серьезно? СВ нет? Вот это сильно. А где СВ? Есть СВ? Я просто покоряю, если не сот никого. Смитса осталось только дождаться команду СВ. Она оказалась на месте. Но все не нравится. Спокойно, пока начинают.
те. Напоминаю, что тот, кто проходит в полуфинал, получает место в суперфинале. Нам нужно определить только одну команду. Если Джерри Фэм выиграет, то вы заходите с абсолютно новым соперником. Смотрите, Спирс. Хорошо! Ура! Я пол внизу. Хорошо! Самый концов здесь два, я сегодня помню, был прав с соперником Микоды. А что, собственно, ждать? Нет смысла. Четыре фала, кстати, уже у Смитс. Дальше будут по два забивать. А в этом деле эксплой мастера не могут найти лазейку даже там, где ее нет. 28. Если вы еще будете их поддерживать, хотя я знаю, победителей никто не любит. Хороший проход, 10-7. И переход еще, супер владение. За три дальние ракеты, подбор за ними. Петро, тройка, 20-19. Одна, бросай! Ай-я! И два бросочка! Полно последних секундах. Два броска будет исполнять Джерри Фэм. Два или три? Два, два или три? Два, да? Два, вижу. Окей, время все. Игра все. Еще один исполните, пожалуйста. Давай! И у нас на корт номер два. Секунду. Команда Балтика, у вас есть минута, чтобы появиться на втором корте. Если вы не являетесь, мы вас не видим, то до свидания. Мы вас дисквалифицируем, пожалуй. Чтоб не повадно было. Команда Балтика очень сильно вас ждет. Хорош! Команда Балтика раз. Команда Балтика два. Команда Балтика три. Команда Балтика четыре. Команда Балтика пять. Да, парни, Джерри Фэм, вот сюда пока выходите. Строить, подают специально. У нас есть 26. СВ беру свою, и хорошо, красиво. Ай-я. Хорош! Следующего тура. Это же игроков 5 озер. Команде ужас. Чигрин один из двух. Тигль подбор собирает. Друзья, на корт челлендж. Нет команды лютые. Лютые, если вы здесь, подойдите на корт. На корт челленджа. Если нет, то следующая команда через минуту может... Я уж думал, сейчас будет хорошо. Пупсы, продолжаем играть аккуратно. Смотри! Нет, теперь это подбой. Пупс. Хорош! Не смотри вверх. Хорош! Против Пигуля. Санова. Большой Санова. Большие два очка. 7-16. Давай! Зиму загружаю.
А я знаю, что делать. Яга! Это тройка! Он знает, как играть в эту игру. Плюс 2 все время, плюс 40 еще. Надеюсь, что во второй половине будем слышать вас еще громче. Давай спокойно! Право! Продолжаем играть, отлично, до конца первой половины. Хорош!
Basket Store против конторы. Руки вверх и быстрое начало. И 2-2 Люфа тоже трёху не завалил. Передача Левша. Да. Руки вверх. Поборемся. Это будет сложнее. Джос с той же точки. За три мимо денег. У вас супер быстроногих разыгрывающих. Дальняя пушка. Под углем летает от руки вверх. И если руки вверх выиграют в этом полуфинале, то у нас получится заруба теста. Никогда на этой стадии вообще не выходил. Джордж на слабую сторону. Илья, день авиации. Будут ли эти баскетболы также понимать или просто будут играть уже в свой баскетбол? Джордж, со средней, с разворота, скидка на Вершкова, еще одна туда! 6-9, там до конца, оставалось совсем чуть-чуть. Еще едва не перехватили. Да, тут придется попотеть. И сразу же и баскетбол включается в защите. Лучше сняли. О-хо-хо! 4 подряд и в руки вверх. Фантастика! Счет варят дикие. Хорош! Скидка вверх. Еще одна дальняя. Еще раз туда. Просто безумие. Летает быстро. Не спешили. Парень вторым темпом. Еще 5 минут.
первой половины. Еще один пол, Ранил Кратенко. Тут у нас в защите отрабатывают 5 очков, и баскет в сторону идут. На защите его не обеспечивает. Дальше смотрит. Да ух, в защите пашет как черт. 6 секунд на атаку, и фол из-за этого нового владения остается. Да, руки вверх. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. На самом деле, я очень долго его монтировал, не доходили руки и мало времени. Но я не мог не выложить это видео, потому что лично для меня этот турнир один из лучших за всю мою историю, так скажем, уличных турниров, потому как мне понравился формат 4x4 на два кольца с интересными нововведениями, типа 4 очка за бросок с центра и данк за 3 очка. Мне очень понравилась заруба, и нам долго не удавалось выиграть 3 игры в листе ожидания, чтобы попасть в челлендж. И очень долго мы боролись, но в результате мы сделали это. Затем нам пришлось долго ждать, около часа, наверное, сыграть свою игру. Мы выиграли ее и, по сути, должны были забрать 5000 рублей за 2 игры, за 2 победы в дивизионе челлендж. Но, к сожалению, деньги уже закончились на тот момент, и вторую игру также моя жена не снимала. Мы все устали очень сильно, и поэтому немножко мы опоздали. Если бы раньше победили, то, конечно, бы забрали свой приз. Ну а так я все-таки получил массу положительных эмоций, и, конечно же, очень сильно мы устали. Но это стоило того. Я думаю, что вы прочувствовали усталость и напряженность этого турнира. Поэтому всем спасибо за просмотр. Скоро будут ролики с 2024 года, лета, наши турниры 3x3, Beavers. Так что ставьте лайк, чтобы не пропустить. Это был Егоров Баскет. Увидимся снова.